местом. Скажите, как вы рассчитываете отстаивать лидерство? Возможно, кто для вас является примером глобального лидерства в вопросах инвестиционного климата? Кроме Сингапура, конечно, и Калужской области. Знаете, сказать, что мы абсолютный лидер, нет. Таких, как мы, много, но по ряду параметров, видать, мы оказались лучше. Наша задача, как вот в банках, достичь рейтинга 3А. Это большая работа. То есть мы благодаря вот этой программе увидели свои слабые места. Совместно с агентством стратегических инициатив есть программа. Если что-то вот изменилось, оно изменилось благодаря тому, что мы, используя наши слабые места, их уже подтянули. Но это еще только начало, я еще раз говорю. Нам надо еще работать и работать. А то, что-то в этот раз мы, будет кто-то другой, это нормальная работа. Мы не будем радоваться, что вот сегодня приехали и все победили. Мы проанализируем, где у нас какие резервы, ресурсы. Я думаю, вместе с нашими коллегами, а мы вместе все работаем, будем стараться, чтобы эта планка была еще выше.